трансляция, ребята, нас смотрят. Давай. Музыка. Какой такой родной земли? Молдавская. А? Молдавская. А вы в курсе, что сейчас сделана инициатива такая народами, что пишут письма и Молдавия, и Украина, и Белоруссия о том, чтобы наши высшие органы власти пересмотрели решение 91 года о разрушении СССР? Вы как насчет того, чтобы единую родину в единой сильной державе быть? А? Мы всегда за мир, за дружбу. За мир, за дружбу отдельно или за мир, за дружбу вместе большой силой? Мы вместе, за мир, за дружбу. За совместный мир, за совместную дружбу. Совместно? Ну понятно, молодое поколение, оккупация. Ну давайте. Молодое поколение выбирает мирное небо. Мирное небо нам не светит, если мы по одному. Сейчас на фестивале «Крымская весна», и он превращен, хорошо, что хотя бы культура наша родная, но торжества праздника нет. Друзья мои, страх потерять работу, еда важнее. Вот он, плов крымский, то есть победа русского мира — это крымский плов, понятно? Будем хавать, жрать как свиньи, и пускай нас продают. Что там Путин старается кого-то там спасти? Так вот, чисто поесть вышли. Вот она, Красная площадь. Ну ничего, отожмем потихоньку. Хорошо, хоть культура. Гей парад. Потихоньку отожмем. У нас много очень людей без парад. А давайте вот так вот сделаем. Вот вы держите пару, а вы хватаете Гегу. Отдавай Гегу. Ну и еще разок пошли. Видите, ко мне эти женщины красивые идут. Девушки, так, женщины. Ну все, все пары нашли, я все. К Гейке своей вернусь. А мы с вами разучили традиционный болгарский шаг, и поэтому мы уже готовы, наверное, станцевать болгарское хоро. Поэтому встаем в большой хоровод, ничего, берем все замки. Скоро и Болгария будет. И начнем. Давай ручку. В пределах Великой Руси. А, ты там, здесь хоровод, здесь вот ручки, пальчики, с этими ручками, да? 2 секунды, у меня кека. Thank you.
проблемы с лишним весом. Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте. Сейчас у нас очень много, сейчас мы дойдем. Здравствуйте, мы приветствуем вас на крымской земле. Парк Зарядье, Манежная площадь, детские игры в Сокольниках, Никитский бульвар, выставка, фото на Тверской площади, атмосфера Ялты. Торговля и рестораны. Итак, Крымская весна, фестиваль, это торговля, рестораны, выставка картин и научно-популярный лекторий. Вот она, Крымская весна, по белоленточному, по либеральному. Теперь греческую музыку, которую играют в Крыму. Намек. Thank you.
красиво все-таки смотреть на народные костюмы. Сила, энергия, мудрость, запечатленная в орнаменте, в одежде. Красиво женщин смотреть, красиво. И мальчишки красивые. Вот это греческие мотивы, которые, значит, звучат, так сказать, в Крыму. Тонкий намек. Здорово. А теперь я предлагаю вам сыграть потрясающую греческую игру, которую тоже играют в Крыму. Да, и вот кто-нибудь был в Крыму? Поднимите руки. Я первый раз. Странно, но крымские татарно-греческие подняли тоже руку. Вот, вы играли когда-нибудь там в греческую игру? Нет? Хорошо, ну вот сейчас играем. А как насчет русской воинской славы в Крыму? Может быть, знаете, как переводится? Агамемнон? Да. Только не на нас, пожалуйста. Какое скажем? Горы нет. В игрушки играем. Правильно, не знаю. Нет, шучу, конечно. Агамемнон переводится «культура». Правила, значит, такие. Смотрите, я сейчас закрываю глаза. Все желающие могут встать в круг вокруг меня. Начинает звучать потрясающая музыка. Я закрываю глаза. Как только я говорю «Агамемнон», я открываю глаза. Вы должны замереть в виде какой-нибудь греческой статуи. Только никому не говорите, в виде какой, потому что я должен это угадать. Да? Если я отгадываю, или если вы, например, рассмеялись, раскололись, если, то тогда побеждает греческая команда. Если вы, я не отгадываю, и вы не рассмеялись, то побеждает команда зрителей. Мальчик, понятно? Который говорит явно грек. На счет три. Раз, два, три. Поехали! Агалмата! Открываем глаза. Опять этот объектив прямо передо мной. Вот интересно. Тебя знаменитый греческий бог болгарин. Вот так вот, друзья мои. Развлекается Москва. Вот так вот сливается торжество русского духа. Мягкая сила сегодня сказали мне термин. Я говорю, это что такое за термин мягкая сила? Мягкая сила — это означает обман. Это не слово русского человека. Справедливость, равенство, братство, дружба. Мягкая сила. Давайте мы будем вежливы с нашим противником, который держит за спиной нож и тычет им при каждом удобном случае с улыбкой на лице. Давайте мы тоже будем вот так улыбаться. Давайте мы будем сдавать наши песни, побуждающие дух сопротивления оккупации. Давайте мы будем сдавать потихонечку, понемножку память погибших героев. Просто поменяем на плов крымский. Давайте. А дальше наших детей и внуков ждет просто рабство. Рабство в приятной конфетной обложке, в жестких рамках чипированного мира, регламентированного для рабов. Неужели это непонятно? Неужели никто не в состоянии включить инстинкт выживания? Все просто. Объявите свою волю. Все. Защитите свое родное, святое, культуру. В конце концов, это язык ваш. Это ваше внутреннее содержание, это ваша личность. Это язык ваших дедушек, прадедушек, бабушек. Это смыслы. Если для каких-то народов жратва, сытая жизнь, сытое брюхо важнее и
ближе погибших детей на Донбассе, вот этой ювенальной юстиции, которая разрушает, делает матери сходят с ума, дети становятся несчастными на всю жизнь, эти толстые жирные свиньи, которые это все делают, бездушные коровы во всяких деревнях и селах, где люди от безысходности и нищеты пьют под влиянием все той же пропаганды, заложенной еще в советские времена чередой вражеских режиссеров. В каждом советском фильме сегодня «Да здравствует алкоголь». А? Как после этого не пить? И все, и больше нет ни родины, ни будущего, ни народа. Вставайте, люди русские, в конце концов. Никто за вас это не сделает.